Вот так вот. А вы смотрите Perpetuous Flame, меня зовут Саша, и мы вновь играем в Happy Wheels. Начнем, наверное, опять со звездных. Оно так веселее, да? Лей, конечно. Что происходит? А чего это такое происходит, а? Капец, долетела от толстяка фигня все-таки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ох! Голову сорвало же, голову! Давай аккуратненько. Я даже управлять не могу по-человечески, если серьезно. Я вообще ничего не могу делать. Ладно, победа. Победа. Странные 5 звезд у этого уровня. Вообще странные, капец. Давайте этот. Play. Давайте, я не знаю. А давайте, наверное, этого дядю. В прошлой серии он помер. Что? Это погал уровень, но ты можешь попробовать с другим этим самым персонажем. Понятно. Рождество началось. Ты должен отвезти эльфа в какую-то фабрику какую-то? А как я его отвезу? А если я его потеряю? Эй! Эльф, сидеть! Давить на месте! Так, кто тут орёт у нас? Эльф, сидеть, я сказал. Все, нормально, все, мы едем, 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 едем. Эльф, 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 тяните, пацанва, тяните. Что это за хренов? Так, все нормально, мы преодолели, так. Давай, давай, эй. Пацаны, что за херня, а? Да похеру. Давайте так, эй, эльф, 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 эльф. Эльфа разорвало нахер. Я его туда прямо снял, ладно, пофигу. Пофиг, Санта и сам может выиграть. Санта может выиграть и сам, я тебе серьезно говорю. Эльфа нам никуда не надо доставлять, я серьезно говорю. Что это херня? Так, отпусти только меня, пацан. Отпусти, давай, давай, отпусти меня, я тебя убью сейчас. Во, отлично. Давай по трупам иди, по трупам, я тебе говорю, Санта, по трупам. Нет, нет, нет. Ну куда ты? Во, 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 понес. Да нормально, да все нормально, пацан, уйди. Уйди, ушел. Я говорю, ушел. Так, там еще одна мина. Ай-яй! Ты такой-то. Давай, 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 отлично, мы даже мину преодолели. Нихера себе. Нихера себе. Ладно. Говорит, снежок идет. Ладно. Да, толстяк, тебя только не хватало здесь. Мы сейчас эльфа из тебя потеряем. Тобой реально тяжело, а? Ну все, пофигу. Давай, понеслась. Отлично. Братва, давайте, быренько, 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 ускоряемся. А зачем так долго? Пофигу. Да кто орёт так? Что ж я никак не могу с тобой совладать-то, Санта, а? Вот, 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 вот. Ну-ну-ну, давай, давай, давай. А пофиг, нам все это пофигу. Это нам все... Оу, Санта! Эй, нет, 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 нет! О, вы видали, как спасся? Да там бомба была. Да, я жду 3 секунды. Что такое? Что? А. В смысле? А как это? Тебя надо как-то убрать? И... Что-то я вообще не въезжаю. И как я тут проеду нахрен? Как я тут проеду-то? Как это вообще? Убей этого придурка. Да ну перестань, дедуля. Вставай, давай. Вот так. Че ты ему облизываешь ноги? Не облизывай ему ноги, он тебе руку сломал. Козлюк. Ладно. Сейчас мы разгонимся и его грохнем просто. Давай, Санта. Эй, стой, стой, стой. Давай. Вот так. Давай, тарань его. Козла такого. Кусай его. Не, ну это какой-то странный уровень вообще. Реально странный. Я не знаю, какой-то он вообще никакой. Капец, тут уровни какой-то трэш. Какой-то непонятный. Еще ни хера понять нельзя. Ладно, давайте-ка тебя. Гоу. Окей. Это было неожиданно. Давай, давай, давай. Гоу, гоу, гоу. Гоу. Я тебе говорю, гоу.
Это было гол разве? Это было не гол ни разу. О, вот это гол. Вот это гол. Как там проехать-то, а? Баба, все, пока. На всех парах давай! Бабень, пока. Как я тогда проезжал? А как это вообще? Пока. Так, стоп. А вот так вот можно, да? Но я сейчас его никак не объеду, да? Сучанок. Ладно. Пошла нафиг. Я говорю, пошла нафиг. Ты-то из-за тебя. Пошла нахер. Во! Оп! Отлично. И что? Не, ну это как-то вообще непонятно. Тут даже хер что сделаешь. Просто. Я же их никак... Не, ну это что-то такое непонятное. Не все уровни со звездами, это хорошо. Во. Вот тут нормально все. Неправильно сел. Вот так давай. Давай так как-то проходи. Ну проходи, давай. Во. Ногами вперед, это не очень хорошо. Напомнило лотерею, блин. Во, нормально все. Так, мелкие пошли. Да все нормально. Эй, ну ты чего? Давай. Йога, это же йога. Так, а тут уже мелочь пошла. Я тут уже не просочусь. Все, прощайся с рукой. Она потеряла для нас смысл своего существования. Давай. Тяни, я тебе говорю, тяни. Во, пролезли. Окей. Жопой вперед, отлично. Это крутая йога. Так, молодец. Давай, вот. Видали? Это круто, да. Окей. Тут уже более-менее интересно было. Так, давай тебя. Давай. А чего это такое? Оп, держись. Ну, давай. Давай. Что ты делаешь? Не надо насиловать столб-то, Держи равновесие, держи. Он не поймал тебя. Это его первая карта, но она ничего из себя не представляет, в общем. Ладно, давайте этот. И. Во! Давай тобой опять. Обана. И как это понимать? Еще разочек. Вот, держись. Надо было держаться тебе. Летим, все еще летим, все нормально. Голову береги, голову. Воу! Арбузы долбаные, они мешают нам. Вообще капец мешает. Давай еще раз. Давай, держись. Я тебе говорю, держись, да держаться надо было. Ты летишь? Все нормально тогда. Все нормально. А может быть нет. Ну ладно, давайте еще раз. Давай, оп! Да ну, перестань. Хоп! Что ты, ну? Полетели. Да что ты лететь не хочешь-то, а? Вот это хороший разгон. Главное, метеорит не врезаться. И в арбузы. И тоже в арбузы. Арбузы это тоже жесть. Давай. Нормально. Окей, арбузы могут убить нас. Это был перелет. Во! Летим, отлично. Мне так понравилось лететь, просто жесть. Во, давай. Слушай, нет, давайте поменяем персонажа. Давайте возьмем более легенького. Вот у вас двоих, пофигу. Даже ты один у нас. Давай, держись. Что ты сделал такое? Что ты сделал, ты мне скажи.
Куда это ты, прыгучий ты наш? Да что ты будешь делать? Что такое? Короче, полетели. О! Мама родная. Давай, давай, давай. О, вот так. Где, где, где он? Где он? Где он? Где он? Давай еще раз. Давай. Ну, давай, насилуй этот долбанный двигатель и полетели. Во, нормалек. Да ну ты перестань. Вот, давай, давай, летим. Давай, говорю, летим, алло. Эй, да что ты делаешь? Во, вот так нормально. А может и нет. Ну пофигу. О, о, пикируем. Да все нормально, голова есть, ты живешь. Да или нет? Нет. Во. Нормально, нормально, нормально. О! Отлично, сейчас пролетим. Сейчас пролетим эти арбузы долбаные. Давай, 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 мужик, давай, давай, давай. Ехай, 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 ехай. Эй, ну, если бы ты еще живой был бы, а? Ну как ты живой, но у тебя только рука двигается, и то она на веревочке там. Давай вот так, давай. Уоу, Бэтмен! Да-да-да-да-да! Капец! Давай еще раз, давай, давай. Это не то. Это не то вообще. Это вообще не то! Ну же! Что ты делаешь? Что ты делаешь с ним? Почему ты прыгаешь? Почему? Какую кнопку вообще жать, что ты не прыгал? Дубина! Нормально? Вот это, кажись, нормально? Только арбузы меня могут грохнуть. А могут и не арбузы. Во! Отпускайся! Отпускаться надо было! Чего ты не отпустился? А вот тут я хотел, чтобы руки твои оторвались. Они, суки, не отрывались. Отпускайся! Ну же! Драный какая злина ты, а! Вот, поехали. Я говорю, поехали. Да нормально все. Оп! Оп-па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 -
Да! Я так и знал, что мы выиграем. Я знал, что мы выиграем, мы выиграли. Фух, да. Окей, окей. Это был интересный уровень, кстати. Так, ей, давай ей. Давай ей, ей, ей. Ей, давай этой ей. Давай, понесла своих сыновей. Отстегнули. Оу! Нормально. Видали, она еще круг по счету там вывернула. Ну нормально, сыновей своих просрала, конечно же. А так все нормально. И следующий будет этот. Что? И чего? А что нужно сделать? Перелететь зеленую линию? Оп-оп-оп-оп-оп. А, поймать этого козла? Оп! Или мяч поймать? Что нужно сделать-то, а? Поймать этого придурка! Да! Суки, оторви ему жопу, блин! Убери его с дороги, давай! Ну! Еще раз. Прямая нога! Во! Я почти взял мяч. Я почти взял его. Нужен, нужен, нужен! О! Давай перелезь этого козла! Правильно, отломал ему ногу. Ломай ему голову теперь. Отрывай ему голову нахрен, отрывай эту долбаную башку. Давай, 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 давай. Во, 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 во. Пинай его, пинай, козла, пинай, пинай. Все, мы еще из него перебрались. Ладно. Опа, отлично. Нет, не отлично, я думал, мы ему сломали ногу, а мы себе ее сломали. Короче, я не знаю, что тут выиграть нереально. Эх, лажали. Это такой азарт был. Давайте этот. Давай тобой. А, тобой не получится. Или получится? А может и получится. Что происходит, а? Что творится? Вот так. Стой, 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 стой. Оп! Нет. Это все, я знаю, это позиция нулевая просто. Оп! Ну давай!
Блин, капец, с них столько крови. А что, зарезала мужика нашего? Зараза. Топором, да? Топором зарубил козлюк. Давай. Отлично. Потеряли бабу. Но это не самое страшное, все нормально. Мы можем ехать по трубчикам. Давай. Я говорю тебе, давай по трубчикам. Да что ж зависло такое? С них, капец, слишком много крови. Надо сваливать отсюда. Во. Да? Да? Слушайте, да? Ладно. Но это было такое тоже себе. Давайте-ка вот в этот. Давай. Плей. И... А чего нет? Давай тобою. И что бы это могло значить? Мы в футбольчик играем? Вот так. Отлично. Нифига себе. Так. Ускоряемся. Ускоряемся, я тебе говорю, цепляйся зубами. Давай зубами как-то, я не знаю, мы в воздухе висим. Вот так, отлично, молодец, вытянул. Ай, нет. А было близко, было очень близко. Давай, во. Вот так. Все нафиг. Просто, куда ты? Разобрался совсем вообще на части. Опа, давай. Оп. Как я об воздух разбил голову? Нормально. Летим. Ты-то не туда летишь. Воу, ноги. Одна нога. Чи. Все нормально сейчас будет. Сейчас будет. Оп. Зубами. Ты когда зубами начнешь цепляться, а, козлюк? Вот. Вот. Во! Во! Ладно, там был финиш. Мы его просрали, но мы попадаем на этот финиш. А гору унитазов привел к финишу, блин, просто. Только унитазный паралитик. Капец. Так, давайте вот в этот. Плей. Ага. Ну, я не знаю, там на нуба даже слишком как-то... Слабенько даже для нуба тот уровень. Нормально. Давай. Это пофиг. Давай. Оп. Стой. Ты там должен был задержаться, алло. Во. Ну. Все нормально, держись. Ладно. Нам надо задержаться на этой штуке. Ах, зараза, а. Ну. Что ж ты-то, Пьюди, что? Что, Пьюди, пай? Пьюди, долбанный пай? Ну же, давай! Нет, ты должен сделать его. Хоп! А, сучонок. Хоп! Назад сальто не работает, это вообще капец. Хоп! Во! Не, ну там уже нереально, он просто тупо не допрыгивает. Вот. Ну, давай. Козел. Давай. Ты можешь. Можешь. Хоп. Да. Лесно, нормально, трудно, да что? Лесно, легко, что ли? В смысле? Ничего тут легкого нету. Давай. Ты можешь. Давай, гусеничкой работай, давай. Да, именно так. Молодец. Вот. Ну, он вышел, головка показалась. Ну, давай же. Да, я наконец-то что-то такое сделал, да. Только не разбей голову, пожалуйста, сейчас. Да. Это было весело, это было очень весело, капец. Просто зачет. Классный уровень. Типа этого долбанного сделали. Вот так. Окей, давай. А почему я вешу в воздухе? Кто-нибудь мне скажет, почему это антигравитация драная? Вау! Вау. Подождите-ка.
Эй, ну ты чё? Ты чё делаешь, а? Ну-ну, давай-давай. Давай-давай, жопой затягивайся. А он, его что-то держит? Ну и что? Я могу только эту хрень, что ли, бахнуть? И все, дерьмовый гольфист из этого кренделя, конечно. Сейчас, я прицелюсь. А! Мимо. Давай, не подведи меня! Это дерьмовый удар, вообще дерьмовище. Так, мы зарядились. Ну ты, зачем ты ударил по нему? Оу! Вот! Вот об этом я и говорю. Все, нормально. Гольфист. Такой относительно дерьмовый. Давай-ка этот. Ты должен был держаться. Ты должен был держаться, я тебе говорю серьезно. Да почему ты не держишься, да? Да какая, мать его... Во! Во-во-во-во-во! И чё? А, тут не надо держаться. А тут надо держаться. А тут надо держаться, а ты не удержался. А ты понимаешь, что ты не удержался, дурашка. Вот, жопой вперед, вот так. Держимся, пофигу. А рановато отпустились-то мы, а? Ну, перестань. Давай. Да ну ты чё? Вот. Оп. А да пофигу. Да что ты такое говоришь? Эта нога нам была не нужна, ты понимаешь? Медленно слишком. Как-то слишком медленно. А чё? О! Почему я так делаю? Кто-нибудь? И... А ты не удержался? Не удержался. Упал как в могилу просто, как гроб лег. Не знаю, один из самых странных уровней. Я просто не знаю даже что и сказать. Ладно, давай этот. Давай. Что у нас ждет здесь? Падла. Как это вообще понимать? А. И чё? А как вообще, как это? Надо приподнять нос у этого самого? Вот так что ли? О! О-о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 -
Да. Байсон. Байсон! Байсон! Ну да почему ты? Да я знаю. Хопа! Видали! Тащим! Ноу! И после этого он не выиграл. Все, тогда я отказываюсь все проходить. Это просто нереал какой-то. Просто вообще жестяк какой-то. Что? Все, нафиг. Нет, это какой-то нереальный капец просто. Не успел получить удовольствие. Во! А мы должны проехать. Стой. Так. А, вот так вот, значит, да? Да? Ага. Вот, понятно, надо замедлиться там. Оп! Ну ты должен был успеть. Ну ты должен был. Пролетели. Тут замедлиться? А, нет, тут не замедлиться. А что ж тут делать-то? Ой! Чайник снесло. Меня задавит метеорит, если что. Ладно. И поехали. Оп! Вот это да! На кишках на собственных. Еще и по желудку ударило. Просто капец. Удар по желудку. Назад. Все нормально. О! Мама родная, да как тут проехать-то? Вообще нереально. Вперед. Теперь сразу назад. Назад. Теперь сразу вперед. Потеряли голову. Потерял голову! Оп. Ага. Хорошо. Да что такое, а? Это что такое было?
Как это я его выиграл? Вообще нереально! Ладно, вот это была жесть. Ладно. Давайте еще один буквально посмотрим. Последний. Давай-ка. Тобой все-таки. Давай. Оп, поехали. Поехали. Нормально, да нормально все. Санта, не лови только стрелы ты. Мы едем. Воу-воу-воу-воу-воу. Да, отлично, Санта тащит. Надо назад, что ли, задний ход? Ну ладно, у Санты есть задний ход. У Санты жопа слишком тяжелая. Эй, только не головою. Давай вытягивайся, Санта, вытягивайся. Ты сможешь, я в тебя верю, смотри. Оп, поехали. Подождите, сейчас наберется и будет все окей. Я говорю. Сейчас. Давайте, тащите, мужики, тащите. Ну. Вот же. Так, теперь задний ход с погремушкой. Отлично. С бубенцами. Тяни. Нет. Драное говно. Оу. Надо быть аккуратным еще. Ух ты. Чертово драное говно. Санта выберется отсюда. Он сможет, я знаю это. Так, давай, Санта. С бубенцами. Во. И как? И чё? Ну вот и как? И хоу, да. А как ты тут выберешься-то, а? Санта, давай, тяни. Ага. Вот же дерьмище, а. Вот же тварь. Мы застряли, Санта, мы застряли. Надо выбираться отсюда. Выметайся отсюда. Сбрасывай все и всех. Ну, блин. Это просто жесть какая-то. Давайте еще раз. Санта должен иначе сыграть. Да, Санта словил пульки своими долбанными эльфами. Поехали, эльфы. Да, мы можем и без бубенцов, что ты думаешь? Эй, только не в Санту, ты чего? Охренела, собственно. Это мы высоковато взлетели. Да, вот так. В смысле, а что нас не пускает-то? Голова не пускает твоя, Санта? Нет, голова пускает. Ну? Чего? Даже... Тут Санта, в принципе, тут не проходит. Вообще никак. Просто никаким макаром. Ладно, давайте попробуем здесь другим. Вот этим, что ли. Хопа! Давай. Опа! Оп! Стреляй в бабу. Да, молодец. Убил я. Во! Отлично, все нормально. Все нормально, ты едешь, я тебе говорю, ты едешь. Вуаля, что я требовалось доказать? Ну что же, это было все очень круто на самом деле. Здесь было пару таких каких-то никаких уровней, даже не пару, а пару десятков, наверное. Но это мы вырежем, а оставим только самое-самое вкусное, что вот самое такое классное оставим, а все остальное нахер долой, потому что куча уровней, вообще не пойми что, непонятно где финиш, вообще ничего сделать нельзя, просто упал и все, ну в общем, говна всякого много, но классных уровней тоже хватает. Поэтому я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь с друзьями. И бабай!